Так, всем привет. Так. И тут у меня ням. Сегодня приехал Powerbank от Xiaomi. Оригинальный. И здесь у нас есть вот такая вот штучка. Так, это у нас наклеечка клеит. Там не кидать, не это самое, не дамеджит. Короче, может воспламениться. В общем, Powerbank от Xiaomi. Батарея литий-ионовая там у нас, все дела. Вот такая у нас коробочка, заказывался на Китае. Тут у нас, значит, вся информация по Powerbank'у. Powerbank у нас на 10 тысяч миллиампер часов. Вот это у него тут. Так, это, я понимаю, у него чистая энергия, которая 6250. То, что он отдает. Ну, в общем, понятное дело, что тут с потерями идет. То есть нету здесь чистых 10 тысяч. То есть, ну, на 2, на 3 заряда хватит. Я думаю, ну, в принципе, мне этого хватит за глаза. Вот. Хотел я купить другой Powerbank. Ну, в принципе, мне этого хватит. На 10 тысяч миллиампер. Вот. По уверениям продавца, эта штука заряжается, сам Powerbank заряжается 7 часов приблизительно. Ну, в принципе, логично. Где-то 2 часа на каждые 3000 мАч, ну и там час еще на последнюю 1000. То есть, в общем, у нас 7000 выходит. Так, смотрим, что же у нас там внутри. Так, у нас есть тут брошюрка. Как пользоваться тут Xiaomi, там все дела. Выходные у нас отверстия, LED-индикаторы. Так, и смотрим еще здесь... LED у нас. Так, здесь у нас первый световой индикатор, это 25% заряда. Он. Это у нас заряд показывает. И full. Так. Full. Что здесь еще у нас? LED второй у нас. Что это означает? Так, короче, ладно, это надо разбираться, хрен его знает. Я, в общем, первый мой в жизни Powerbank. Да, отсталый колхозник. Не было у меня еще пауэрбэнков. Это я первый прикупил. В общем, мне пригодится. Потому что я часто мотаюсь там где-то. Это самое, что очень-очень даже надо. Вот у него еще сертификаты там всякие. Там это, что-то тут накидали. Тут, кстати, номерок есть. Кому надо, может позвонить. Если что, с китайцами пообщаться. Думаю, они, ну... Мое предположение, английский язык знают. Хотя, если это официальный офис, там этот самый, ну, я не думаю, что там прям все на английском, то кто его знает. Вот такой кабель с ним идет к этому Powerbank'у. Original, он такой, кстати, на айфоновский похоже, на старый. Или не старый, я сейчас не знаю, какие сейчас с айфоном кладут. Ну, в общем, очень похоже, такой прозрительная поверхность, такая мягенькая, приятная. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас микро-USB, не Type-C. Вот. Я взял, потому что у меня Type-C нету. Я взял такой. Ну и, собственно, сам Powerbank. Больше у нас там ничего нет. Вот такая вот у него коробка. Кстати, вот это можно использовать вместо чехла. Вот эту фигню положить сюда. Вот эту сюда. И с собой в сумке таскать. И там где-то, если что-то надо позарядиться, просто раз, кабель вставил. Все, заряжаешься. В принципе, мне даже родной кабель от телефона таскать не надо, потому что здесь уже есть свой для Powerbank'а. Единственный минус, конечно, что с Powerbank'ом не идет родное зарядное устройство. Хоть бы блок какой-то подкинули на 2 ампера, не знаю, потому что... Ну, у меня как бы есть на Asus. Вот, там 2 ампера. Так что я думаю, пойдет. Вот такая вот у него еще информация здесь сзади, здесь плохо видно. Так, ну мы сейчас постараемся навести фокус. Вот такой вот у нас дата у нас 20.16.07 еще и 2016.07, короче. Это, по-моему, когда изготовили его, да? 2016.07, наверное, так. Made in China, 10 тысяч миллиампер часов. В общем, такой сдираем здесь наклеечку и смотрим, что же у нас там такого. Это мы пока сюда.
Положим, вот у нас LED-индикаторы. 4 штуки. Так, я думаю, он полностью заряжен. Здесь у нас отверстие под микро USB и под обычный USB. USB здесь 2.0, не трешка. Так, вот мы его включили. И здесь у нас зарядочка показывает. Так, это, я так понимаю, он разряжен. Так, где у нас там это? Ладно, посмотрим. То есть, да, заряжен, получается, 25% заряда. То есть, надо его полностью зарядить. Короче, буду я его тестировать. Я его полностью заряжу и недельку где-то погоняю. Ну и потом уже нормальный, как бы, ну, обзор полностью сниму, чтобы рассказать, как он работает вообще, насколько его хватает. У меня телефон с батареей на 3000 мА. То есть, по идее, должно хватать на 2 заряда так точно. То есть, 2 заряда стабильно должно хватать. В общем, проверим. А пока у нас вот такая вот распаковка была. Так что, всем пока.